сказал, отъедем. Вот у тебя вправо идут. Вправо ехать? Не-не-не. А, вот сейчас вправо, да. Нет, вот так вот по дороге. Я говорю, вправо идут нарезанные. Мы не дураки, говорю, что тут поставить. Да, а куда вы идете? Домой, домой. Да? Вы с холмовки домой идете? Да. Да, откуда же вы идете уже? 11 часов, вы уже следствие идете. Ну, а что у нас? А? Идем с холмовки. Ну, холмовки, да? Стороне. Не, вот так по лесу шли. По лесу? Ну, что же вы делали в лесу? Ничего. А вот так просто ходили, да? Да. Гуляли? Опять вы встречали? Да. И петли не встречали? Ну что, мы по дороге так вот шли. А? По дороге. А вот так, просто по дороге. Понятно. Ну, только что заблудились, ходили мимо. Да уж. Местные заблудились. И местные. Оттуда, с фронтового. Да. А вы говорите с холмовки. С холмовки. Мы с холмовки просто шли. Там. А как вы там очутились? В холмовке. Просто гуляли. Гуляли, да? Ну понятно. Ну и вперед. А ножи есть в карманах, нет? Нет. Ножа нет? Так посмотри, есть или нет. Ну посмотри, там нож есть. Да так видно, что. Ладно. Петли не ставите, нет? А? Петли не ставите? Смотри, вот сюда. Ставят пацаны какие-нибудь. А ну иди сюда. Какие пацаны ставят? А там, фронтовой. Ты знаешь их? Да. А что за пацаны, фамилии? Там Хрененко, там Азотов, Копаев. А ты видел, да, и с ними ходил, да? Не, я не ходил, я просто знаю, что они ставят. Говорят, что где-то ставят. Говорят, там лису поймали, зайцев. Это как фамилии эти пацаны? Хрененко, Копаев, Азотов там. Во они, фронтовом. Они ставят, да? С фронтового, да? Да. Но мы не ставим. Вы просто гуляете, да? Да. Ну ладно, ну вперед. Да не может быть. Да, очень вкусно. Я вино не пью, но мне это нравится. Оно как шампанское. Это радует. О. Это мне, да? Нет, друг, ты за рулем. Звоняй-то, дядь. Бананов немає. Баняни у нас немає. А ну давай попробуем, что оно такое. Ну ой, какое тетя. Не садись, давай вино попробуем. Сейчас. Вот то. Дальше не мах. Да, он
не умеет с толкан. Ага, вот такое. Вулька такой, да? А, вулька, 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 да. Я не вулька. Малыш, смотри сюда. Вулька, вулька. Малыш, смотри сюда. Я лет бы 10 скинул. Ага. Так, ты уж наговоришь. Кошку позови, малыш, к себе. Чтобы возле ноги так. Она все время ко мне выскакивает. Это серьезное дело. Чего? Да меньше огонь сделай, чтобы оно не сгорело. Не сгорит. Да, у тебя уж точно не сгорит, это я знаю. Ой, какой у меня кот был бедный, хороший. Ладно, тут хоть не снимай, ради бога. Ну-ка, да давай попробуем такой. Вина такое. Давай вино, вот уж. Такие добрые. Да, давай, за все хорошее. Быть добро этому добру. Да, нема слов. Ага. Спасибо. Ага. Заехали, ага. Следы входные есть, выходных нету. На бричке заехали. Тыр-пыр-мыр. И можно что-то жевать. Да. Правда? Правильно, Виктор Иванович. А это ёлки. А у нас такого нема. Да, видишь, а у нас такого нет. А чего? Видишь, другие условия, все другое. Вообще все другие, ну, другая обстановка. Ну, смотри, какие у нас поживности на Украине, ну, вообще места классные. Классные, классные. Кто-нибудь съездит. Кто знает? А кто не знает, то, конечно, ему так это в диковинку. Как это, на брычке объехать, а посмотрел, есть или нет. Да, да, да. На брычке объехал, там 300 метров загон, 300 метров. Да, 300 метров. Ни километр, ни полтора. Совершенно правильно, видишь? Собачки, все. Ну, это кто знает. А кто не знает, то, конечно, ему это белый лист бумаги. Наливай, малыш. Наливай. По 150, да? Наливай. Я батьку скажу. Батько, бач, я вино пью, да? Куда-нибудь покажу ему кассет. Не, где это мое? Бурячиха? Да, стоять, это моя. Все, у меня все есть. Ну так ладно. Это бурячиха, це ж рідна. Ну давай, Володя. За все хорошее. Что не первый раз. Ну да. Ты ему хоть мой бардак не снимай, что ты сам. Чего ты? Все нормально, малыш. Знаешь, жены нет, а мы все едим жареное, фареное, вареное, и все класс. Ты чего? Ну, а че? Ну, и вроде ты тоже с лица не спал. Жены не было. Вот тоже. Давай. Чтоб дома не жарилось. С Богом. Чтоб жилось и пылось, как у лося. А? Поехали. Ой, извиняйте, дяденька. А вот где
Коза побежал. Вон. Ёпта. Поехали! Толик, вываливай мешок. Володечка. Толик, поехали.
Нормально. Все путем, поехали. Ну что, у нас лес красивый, природа хорошая, зверь есть. Надо подкармливать, тем более пошел сезон охоты. Надо охранять зверя, подсыпать кормушки, глядеть. Браконьеров много у нас. Петельщики ставят петли. В основном дети это делают. Где-то 12, 13 лет, 14, они остаются безнаказанными. Ну, что им сделаешь? Споймаешь его, это самое, ну, все, это, нечего кушать, и вот так все это остается безнаказанным. Ну, петельщика я поймал перед Новым годом. Что мы сделали? Оштрафовали его на 500 тысяч. Это разве дело? 500 тысяч он заплатит, и мать заплатит, и будет он дальше это дело делать. А зверя у нас много есть. Ну, не так уж много, как раньше было, конечно, но есть. Его надо сохранить. Если мы его не будем сохранять, его вообще ничего здесь не останется в этом лесу. Так что надо проводить охрану, подкормку и все. Сейчас идет период активного размножения зверя. Да, сейчас идет активное размножение зверя. Зверь сейчас будет находить в себе тихие места, не надо его тревожить. Конечно, посещение леса. Вот сейчас подснежники у нас пошли, люди идут за подснежниками, тревожат зверя. Зверь со своего стойла уходит, куда-то уходит, он прогоняется. Браконьерство, правда, есть большое. Это, ну, что там говорить, есть оно. Бьют, стреляют. Это. У нас тут егерь. Виктор Иванович, там Вася Миронюк, мы проводим эту охрану. Ну, что мы можем сделать? Он вышел там 2 часа ночи, 3 часа ночи, стрельнул и ушел, это самое. Что мы можем сделать? Ну, все усилия приложим к этому. Сейчас нам милиция большую помощь оказывает в охране. ОМОН, туда-сюда, это все это дело делается, охраняем. Поехали. Нам большую помощь оказывает милиция, проводит охрану. И вот если браконьер выходит, чтобы он это знал, что он безнаказанным не останется. Могут применять и оружие против браконьера, чтобы они знали это. Нера, я могу оружие при задержании браконьера я могу применять оружие. Без всяких разговоров, все. Вот он, если зверя там застрелил или там подранил, выстрелил, если ему говорю стой, он будет убегать, я имею право применять по нему оружие. И это будет, наверное, делаться. Милиция Нет. помогает? Помогает. Почему не помогает? И Беркут, и все приезжают. Сначала милиция. Милиция помогает. Помогает милиция, все это. Мы создаем охрану, нам выделяется машина. И мы проводим охрану. По браконьерству это, мы это делаем часто и успешно, мне кажется. И поймали уже браконьеров. Инкермановского браконьера взяли с ружьем. Потом взяли 2 петельщиков, взяли здесь на буквально за некоторых там 3 или 4 недели мы взяли. Человека 4 взяли мы. И будем продолжать охранять. Все. Нормально сейчас? Как раз нормально. Еще раз говорю, еще не вышел, блядь. Хорошо. Еще не вышел, блядь. Поехали. А ну-ка ебани, вот сейчас. Стой. Он должен за перегиб уйти. Там потом тормозим, да? Так, Виктор Иванович, потом вы выскакиваете, я из машины буду снимать. Но вы должны пробежать впереди меня, хотя бы метров на 5. Я метров 5 пробегу, я говорю, стой, стрелять буду. Стой, Володя, не разгоняйся, пусть он уйдет. Пусть уйдет. Ну, вверх. Да. О, браконьер. На пуле он стоит. Да куда он стоит? Вот правильно, куда делает. Стой. Ебись ты конем, блядь. Ну хули он стоит, ебанулся, блядь.
Стоп, люди, люди, люди. Степы, стоп, люди. Значит, тут люди. Я знаю, что. Сейчас, сейчас он выйдет через кусты, говорит, снимать. Ну, можно в машине, в принципе, говорить, да? Вон браконьер. Ну, поехали, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Да что путем? Какой ехать? Сейчас, подожди, блядь. Это же рядом, блядь. Браконьер вот справа! Стой! Стой, стрелять буду! Добыл ручницу. Заводской номер есть? Да, как же. Все, номер, все есть. Никуда не денется. Никуда ему не деться. Так, надо вправо перегнать его. По стороне. Давай, садись. Погнали, малыш, перегоним мужика. Сегодняшний... Угу. Ну скажи, пошел. Пошел. Сегодняшний рейд по охране охотугодий и лесного массива показал, что есть браконьеры, которые и любят охотиться, любят мясо. Ну вот мы ружье изъяли, браконьер, конечно, убежал. Ну у нас номер есть, ружье есть. Я думаю, мы его найдем. Я... Вот он здесь. Вот он. Идет.